ничего не предвещало беды. Родился мальчик. На следующий день после рождения нужно выбирать имя. Священная печать, да? Тогда Павел. Павел. Папу никто не знал. Вот именно. Галатион. Ну вы уж постарайтесь, имя-то хорошее выбрать. Ну что ж вы? Была бы бой, если бы я тут маленький хвостик не поставил, получился. А как мы его назовем? А как мы его назовем? А как? Как? Можно так и называть? Как? А как? Как? Прекрасное имя. Акакий. Акакий тоже. Смиренный. На службе говорят, что по моим губам и по моему какому-то выражению чего-то понятно, какую букву я пишу. Вот сейчас вот попробуйте отгадать, какую букву я сейчас напишу. Знаете, я пишу, а вы отгадаете. Серпянка? Да. Ты посмотри, на просвет же ничего не видно. Вот смотри. Да я не вижу ты ничего, не... я же на глаза. Значит, оно хорошее, понимаешь? Ну посмотри, ничего же не видно. Ни одной дырочки. И вот здесь, смотри, ни одной дырки, ни одной. Я нельзя! Оставь! Ты должен взять новую шинель, пойду. Новую. То есть я вечер вообще должен перестать есть. И свечи надо перестать сжечь. Я вот уже 40 лет коплю по одной копеечке от рубля, откладываю, у меня всего 20. И то я считаю себя человеком обеспеченным. 20 рублей. Я так медяшечки в конце года так собираю, раз серебряную одну трубу, монетку, у меня 20 рублей. А ты 150, ты какой-то злой, что ли? Злой. Не нравится. Как? Не нравится? Ты меня убиваешь. Хочешь, чтобы я умер, погиб? Нет. Хочу увидеть тебя, блуждающим по Невскому проспекту, новой шинели. Случай был. Бабушка рассказывала. В деревню к ним табор пришел цыганский. А там в кибитке дети. Глаза горят у цыганя. Горят глаза. Они дети были, они к цыгану походят. Продай нам цыганёночку. Продай, ну чуть-чуть, у тех много. Продай цыганёночку. Недорого возьмешь за цыганёночку. А цыган отвечает, а зачем дорого брать? За цыганёночку отдай мне свои глаза. Придет рассказать какую-нибудь гадкую историю, не спи после этого три ночи. И не приходи сюда больше, разночинец. Да, то есть, в принципе, мы можем взять какую-нибудь просто блестящую ткань, и которая легко будет проходить рука туда и обратно, правильно? Он уже не нужен. Шелк же холодит. Как? А как их носят? Шинель за 150 рублей. Как? Как их носят-то? Как? Крылья ангелы. А не полны за ними? Не полны за ними? Нет. Я брат твой. А чем мы здесь занимаемся в этой конторе? Мы что-то пишем. Мы... Да, ну, я... Да, я... Ну, как все...